Столом сразу четыре поколения одной семьи. Традиция лепки пельменей в этом хлебосольном доме передается от старших к младшим. Уже и правнуки – полноправные участники семейного мероприятия. Олеся Удовиченко вспоминает, что и ее детство связано с этим уютным занятием. Руки еще помнят. Честно признаемся, не так часто мы теперь встречаемся. Но да, это правда, это добрая традиция, которая переходит из поколения в поколение. А вы все наблюдали, у нас вот главные есть пельмени-лепщики. С ними спорить вообще достаточно сложно, поэтому традиция сохраняется, рецепт сохраняется, качество лепки, надеюсь, тоже. Главные по пельменям в семье Росляковых-Удовиченко – бабушка и дедушка. Ольга Васильевна и Владимир Васильевич снабжают вкусной едой всю семью, где только внуков 11. Конечно, за долгие годы здесь сложились свои кулинарные хитрости. Секрет у меня такой. Стакан молока, одно яйцо, соль. Пол чайной ложки сахара. Почему же? Ну вот пол чайной ложки сахара я ложу. И 3 ложки растительного масла рафинированного. Ну а муки опытная хозяйка давно кладет на глаз. В фарш добавляет хмели сунели и тертый кабачок. Тогда начинка получается сочной и мягкой. А поедают вкуснятину в этой семье тоже с фирменным бабушкиным соусом. Хреновина, смешанная со сметаной. Главное – настроение, поэтому во время лепки обязательно поют. Нам песня жить и дружить помогает. Она как друг и зовет и ведет. Если мы с песней по жизни шагаем, мы никогда и нигде не пропадем. Вот для таких семей придуман конкурс в рамках 3-го гастрофестиваля «Пельменный съезд». Мы знаем, как сильны традиции пельменолепия в Тобольске. Даже несмотря на наш фестиваль, да, в ленте ВКонтакте от тоболяков время от времени возникают эти посты про то, как семьи лепят. Особенно сейчас под Новый год было. И мы решили объявить конкурс семейного пельменолепия. Мы предлагаем собираться все вместе большими, маленькими, разными семьями, лепить пельмени, делать фотографии, выкладывать эти фотографии с хэштегом «Пельменный съезд». А еще конкурс видеорецептов для хозяюшек. Расскажите, как вы готовите любимое блюдо. «Пельменный съезд» продлится до 10 февраля. 25 кафе и ресторанов города уже готовы предложить свое специальное пельменное меню и удивлять гостей. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тюменская служба новостей.